Всем хаюшки, с вами снова Noctowl Nelin, это Saints Row Get Out of Hell, по-моему, так называется, да, это точно не помню. И мы тут решили побавиться с ракетами. Да. Да, было весело. Начать адскую гонку. Не-не-не, мы уже проходили. Мы все проходили, давай, это задание наше. Ну ладно. Чувак, ты не заметил, что мы много чего проходили, но только от разных людей дается. Это да. Ну вот и не... И смотри, время теперь другое, кажется. Меньше. Угу. Теперь бронза 2. Блин, там еще эти дебилы стоят. Давай! Так. Зеленая выносливость, белая запас крылышек. Так наоборот, зеленая это... Выносливость обычно. Не-не-не. А, так запас крылышек тут появляется. Не туда, дается. Блин, полетел, когда ты останавливаешь. Запас крылышек дается это. Помогил. Автоматически может даваться. Разве? Да. Он тут сам заполняется. С каким-то временем, с КД, но сам. Почему я упал? А, я шиф перестал жить. Да. Да. Так. Ну зато тут коопчик, мы. Кто просрал, тот, ну, другой дальше летит. Это хорошо, мне вот это нравится. Я вообще не люблю игры, когда, ну, если батла, то да, повоевать с друзьями. А так, вот Mortal Kombat тот же я не люблю. Да, сейчас меня все школьником называют, типа, лох, фу, не умеешь, блин, ты это не old fuck, нахер иди. Но мне просто не нравится вот такое. Опять ракета? Две ракеты. Я ломаю, ты херню, не ломаю. Я ломал стекло. Так, мы прошли. На золото, да? Столик. А, конечно, еще... Три. Я не знаю, ну там еще до хера времени оставалось у нас. Мы так плавненько... Попали, просто полетаете еще. Что это за нубы могут на бронзу тут играть? Да, сказал я, и следующую гонку на бронзу выиграл. А то и меньше. Да, а Фили меньше? Вообще не прошел. Так, следующее что задание у нас... Двойняшки, да? Выживание. То есть мы проходим задание вот то для всяких Владов там и задания, то есть одинаковые по сути. Опять но, я не знаю, как это скажется на сюжетке. Мы... Я думаю, что никак. У нас больше половины уже агро сатаны. То есть мы должны всякую херню выполнять, чтобы согреть сатану. Да. Опа, давай. Даже одного или двух даже... Ни хрена, у тебя сиськи трясутся. Можно некоторых персов пропустить будет, то есть не показывать на... А, садимся на нашу машинку. Текс. Где моя машинка? Кто тут у нас? Привет, друзья. Хаюшки. Так, какое я поеду дело? Туда встречать гостей, которые не на машине. Ты чё мне, блин, сбил, падла? Надо познакомиться со всеми. Здравствуйте. Где? Здравствуйте. Здравствуйте. Я Нелин. Тётя. Опа. Ой, монстр, блин, приехал. Тихо, вставай, блин. Привет. Я сейчас тут, блин, сделаю аллах-бабах. На, блин. Так, машина улетела нахер. А! Да. Мой зад побили. Тихо. Так, баскелов нужно делать. Ну, чё, блин. Слышь, такой на месте, так, бум. И улетели. Да, ракеты как-то не очень выгодно использовать. Ракеты только если такая толпа заехала, и ты сразу так... И все. Так, задание выполнено. Что, все? Все? Блин, ребята, не смешно уже. Давайте еще вон. Ладно. Отправляйтесь к зоне перегрузки. Чего? Полетели. Можно вот эту вот гробовочку взять. Ты что, нужно перепрыгивать. Вот сюда нам. О, это что новенький? Мне кажется, не было. Стоп, а куда мне? Короче, в жопу эту машину. Опа. И какая жопа. Так. Одну из зон что-то там. Используйте эти зоны, чтобы оснащить. Что? Армии? Какие еще армии? Что происходит в этой игре вообще? Ты кто такой? Давай, до свидания. То есть мы намеренно будем вызывать этого мудака? Да. Серьезно, блин? Не надо. Ладно, мне нужны деньги, я тебе все затащу. Черт. Ой. Лен! Помет. Всего этого туже куча мудаков. Говнарей. Так, ты где?
Я ж не добрался еще до тебя. Это, конечно, класс. Это что там? Я себя чувствую мишенью. Меня просто обстреливают. Ого, ёпта! Такое эпичное что... появление. Чё, кто это сказал, блин? Ух ты, ё-моё. Чё, всё красное? Мелочи, продолжаем срать мелочи. Блин, вот реально красное сильно бесит. Ещё солнце светит, вообще ни хера не видно. Ой, я нашел блин. О-о-о, соврал. Я? А, уничтожь генератор. Вот, мы уничтожаем, и тогда придет жирный козлин. Ну, честно говоря, я бы сказал, что нам нужны... Ты охренел, что ли, меня стрелять? Я все стреляю? Объясни. Ну да, как бы. Точно забыл. Да, так. Чего вас так много? И что вам от меня надо? Сейчас я ракеты, блин, начну использовать, мрази. Оп, упал. Вот эти летающие какое-то говно, кажется, но просто бесишь или это и все. Ну да, у него такая способность, он бесит. О, второй. Давай. Выполняю. Это понял, если меня да, попадают, оно заново начинается. Опа. О, ребят. Ловите подарочек. Фу-фу. Да, все-таки ракеты штука интересная. Получай, дорогой. Получай. Свои денежки забирай. Вы же друг друга, блин. Ну, да. За такое задание нам много должны дать. Полетело. Блин, реально как-то не Старк. Потому что у меня деньги заканчиваются в обойме. Деньги заканчиваются в бою. Не, ну, у меня шарфы стреляют монетами. Да. Так, сейчас. Ты где там? Ты выполняй, чё я только нахожу. Мне тут нравится. Не слишком просто. Я сейчас возьму базуку, я тебе, мразь, блядь, сделаю. А кто это там наверху, посмотри? Не знаю, мудак какой-нибудь. А я пойду слетаю, посмотри, чё там. Давай, я пока развлекаюсь. А вы покидайте зону. Выходи из комнаты, если совершаешь ошибку. То здесь, блин. Чё, кого он там бичит? Давай, иди, я пока прикрою. Да, я делаю. Выходи из зоны, совершай ошибку. Зачем тебе ад? Опа. Ошибку. Там было написано, кого убить. Прочитал. Сейчас, просто убейте архи... Арх-герцога. Идите в сраку. А где он? Не знаю. Может, эй, еще... друзьяка. Как думаешь, тут неспроста лежит РПГ? Я думаю, неспроста. У меня есть РПГ. И у меня есть РПГ. И где он? Братюнь. Не спи. Свои похороны проспишь. Угу. Блин. И где этот мудак? А, стоп, нет. Убейте. А может он на карте появился где-нибудь? Сейчас, сейчас. Не, нам, наверное, нельзя выходить из этой точки. Да, я тоже так думаю. А ну, я пойду. Выйду из этой зоны. Пойди, вот самое дно, он здесь должен... Да, нельзя выходить. Может, я РПГ еще и придурков согрел. Падаю! Все, я взял РПГ. Хорошо, дальше что? Выстрелить сюда? Блин, вся подпалил. Я поджог. Так. Если кому дадим. А ну а что это тут? Да нету, никого нет. Может он где-то прячется? Братюнь, ты где? Такая херня, блин, и не спрячется так легко. Опять. А чё вот здесь в центре оно такое? А ну-ка. Ты где? Может он падает? Да, долго летит, наверное, да? Интересно, насколько высоко я могу подняться? И как быстро упаду. О, надо было пробить, нихрена! Вот это я додумался, слышь? Хорош. Так, офигеть. А я не очень. Чё, он всё, помер? Смотри, как быстро он вздыхает. Ты чё, брат? Чё, я чё? А чё, он тпшится? А, ты тпшишься, да, братья? Нет, ты уже труп. Пока, арх. Че, я достану свою мелочь. Так. Держи. Держи! Это тебе на чай. Тебе не то, что на чай. Да, тут тех хватит. Я пойму садил 80 монеток. На свой ресторан не хватит. Уничтожь, всё. Что там? Ага. О, мы что-то получим, наверное, от него, да? Мы каждый раз что-то новое получаем. Только не взрывайся, пожалуйста, Гэт. Ты такой, ад. О, да, это как замедленное. Да. О. О, чё, что это такое, боже? О, ты это видел? Нет.
кресло было в голове моей, а не в этом. А не под жопой. Так. Да. У нас что-то новое появилось. Летим. Опять к точке. Опять адская гонка. Они нам, кстати, ее дают без это, даже не спрашивают. Так, журнал, верность, адские гонки. Да, это последние у двойняшек. Горняшек. Горняшек. Не, они няшные, не надо их обижать. Ты их обижай. Ты, мудак. Все, побегали. Да, бегает он нереально быстро. Ты нашел? Да, я уже тут. Давай, начинай. Ты допрыгнул. Начинаю. Падаю. А у тебя нет прокачки, чтобы ты по стенам бегал? Полторы минуты, ядрю. Ладно. Окей. Полетаем. Ну, давай попробуем. А где оно? Внизу вообще. Внизу. В самой жопе. Так, налево уходит, да? Тихо. Так. Я вмазался. Ни хрена оно тяжелым стало. А! Тихо! Ай! Ай! Два раза, три! Блин! Давай, ускоряйся! Тихо. Да! Ох ты чё! Бляха-муха. Какая в сраку локация? Ускоряйся. Так, чё-то я не туда лечу. Нормально. А, не, всё норм. Собирай. Я подловил. Давай. Ускоряюсь. Уи! Под ну летать. Срезаю. Тут реально можно срезать? Один, да, может. Так. Я что-то не понял, это куда? Вот. А дальше не понял. А, вот. Финиш. Уи! Давай! Есть! Золото! Ой, самое бедный такой удар. Бум! Че тут, Летает красотень. Так. Let's go. Музыка такая дабстепщик. Да, да, мне... За 1.11 ни хрена. Там мы вообще короли этих гонок. Лучше бы дали на машинах покататься, конечно. Только там оставалось времени. 20 секунд. Ой, хорошо. Блин, денег мало дают, конечно. Давай быстрее. Да я пропускаю так. Я тебя жду, блин, давай быстрее. Просто левел качнулся, все дела. Да, да, да. Так, куда дальше? Все, двойняшки закончились. Жаль. А, или не закончились. А, вернуться к двойняшкам. Ну, полетели. Может, они нам дадут? Мне. Мне. Тебе нет. Как это нет? Хотя я бы посмотрел. Ну ладно. Трио, такое трио. Тёлок. Ай, блин, опять летит. Хватит летать. Ох, как залетел! Блин, а куда это? Где это? Great job. Вот, да. А где это? Вниз. Там во двор залети и будет ход. Задание. Я дебил тут летаю по этому гаражу. Че, все? Не дали? Нет, не дали. Где вообще? А, смотри, как она стоит. Это я ее выпихнул случайно. Ай, ау, ау! Что это такое? Ножи. Они ты все. А! Отстань! Йоло! Смотри, как стоит, а? А? Стоит, то хорошо. Да, хорошо стоит. Так, все. Что у нас дальше? Дальше у нас по плану Шекспир. Давай к Шекспиру. А черный брат? Давай к черный брат. Да, он меня бесит. Пираты меня вообще бесят везде. Поэтому давай к Шекспиру, а потом к черной этой и к Владу. Ну да. Чё это? Чё это? Ракета, блин? Пошла в сраку. И чё ты делаешь? Что это за поза лотоса, блин? Чё ты падаешь? Так ты ноги сломаешь, братюнь. Сломаешь же ноги. Нет, нет, нет. Ай, блин. Сломал. Ладно. Да сраная ракета. О, хорошо, убирал. Хрен ли они агрятся на нас, я не понял. Ну, блин. У нас, кстати, 2/3 злости сатаны. Это хорошо. Это очень хорошо. Выносливость заканчивается. Ой, за тобой летит. Как она, блин. У меня все закончилось. О, спасибо, подтолкнуло прям. Угу. Ух ты, какие тут сисяндры на плакате. Нифига. Вау. Так, полетели. Тут мундаки эти. Встретив с Шекспиром. Да знаю я задание, ядрен. Чего у меня тут? Встретить. Так. Сейчас все будет. Сейчас все будет, сейчас порешаем. Собираю.
Да. Только мне они пока не нужны. Ну, не нужны. Да ты что? Ой, ракетка. Ой, две ракетки. И за кем же они? За мной одна. Так, я прилетел в этот. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Я прилетел. Шекспирка, ты где? Вот. Ляха. Клюб. Ляха-муха. Не нравится мне. Ах, ладно, давай. Давай. Чё там, чё там? Не очень. Мы идем. Чё, опять? Ну да, зажигаем. О, это ж моя любимая способность. Новое испытание. На кой хер мне новое испытание вот это вот надо? Кью, чтобы... Вот, вот так вот, бум! Не, вот так вот, надо было. Не, у меня оно покруче будет, на, блин. Я ж прокачиваю на максимум. А я ничего не прокачиваю из этого. Воу-воу-воу, поле... Давай в центр соберем и... Вот так вот. Да. Хорошо. Почерк, ой, почерк, шрифт какой-то кривой. А я вот этих тоже сбивал несколько раз. Правда, не сейчас, но ладно. Че, а, упал? Наш Растат не сбивает им щиты. Серьезно? Да? Мимо. Ты че меня тпшь, ты? Прямо в голову. Хедшот. Ну, давайте следующее. Бля, опять. Хорошо. А, все нормально. Сейчас будет гонки. Быстрый. Непонятные квесты. Да, и опять мы в этом дерьме, блин, в ультории там, или как его. Ультрас. Да, 400 метров, это уже хорошо. Это немного, можно и добежать. Почему я такой жирный? Сам у себя, блин, такое спрашиваю каждое утро. Так. Дверь не мог поместиться. Да. Не, я не настолько, конечно. Да куда ты сел, мразь? Залетел, да? Ой! Так было задумано. Они меня расщепили просто. Давай. Так. Прям с лету и в машину. Так он бы, наверное, ее расхреначил, если бы. Че у нас? О, это наша. О, квакаем! Квакаем, блин. Нужно собрать большую толпу. Просто бегай, стреляй. Квакай. Да, тут эти козлы. Блин, меня сбили. Всего комбо 80 тысяч. Такая музыка, как в каком-то таком, не знаю, боевике. Давайте, жить. Жабы, куда-нибудь. Искать. Идите. Так, вот здесь много мунаков. Так. Привет. Привет, Андрей. Привет. Бронза. Ну это... Ни хрена мы быстро заработали, слышь. Ну да, тут много просто этих, я просто наспамил, и ты наспамил, вот и все. Блин, мою мышку, наверное, нереально слышно, сейчас я ее уведу. Вот там они, смотри, там машины даже стоят, по-моему. А, это эти придурки. Как раз тут машины ездят, это хорошо. Когда машины ездят, это хорошо. Ох ты, ёптель. Это прям как в боевике реально каком-то сейчас на меня едет и взрывается. Я сейчас много принесу, кстати. Давай, неси. Принес. У меня уже 170. Давай, 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 прыгайте куда-нибудь. Жабки. Жабки, пошли дальше прыгать. Что-то мне кажется, что мы... А, еще полторы минуты, да. Ну это задание простецкое такое. А, ну я, короче, уже набил. У меня тут комбо 40. 42. 43. Да. 170 тысяч. Да-да-да. А, у нас уже... Лям. Ну, еще 80 тысяч, у нас полторы минуты. Мы раньше сделаем. Я снял. Ку-ку. Бляха-муха. Я прибегаю такой, меня откидывает. Да, пятина как отмороженная. Дергает. Они радуются просто. Ну дайте нам... 5 тонн. Сколько, 5 тысяч? Что так мало? А зато дали денег, наверное, до хрена. Даже не 10 левел, серьезно, блин. Даже не 9, серьезно. Да, у меня там вообще сантиметрик, миллиметрик остался. Че, да. Это придурок этот, смотри. Кто? Да вот этот. Ааа! Ему дал. Ой-ой-ой-ой-ой, пошли. Ааа! Пошли сраку. Меня сбивают все. Улетаем. Нахер пошли. Че это ты, че сделал? А, о, ну-ка послушаем. О, Няша. Опять будет петь? Да, дрочить не буду. Хорошо. Изавель. Елизавета, короче, будет. Смотри, какая жопа. О, привет.
Я не понял, где... Не хочу по полке вбивай. А где делись наши ребята все? Они ж вроде не умерли, а все на корабле остались. Ай, попали, блин. Привет. Ты че такая мерзкая? Бляха, молодец, молодец. Елизавета я. Да, очень приятно. Ты не выйдешь замуж за президента. Чего ты замуж за президента? Президент... Прости, я думал. Президент на корабле же. Зачем? Блин, она няша вообще офигенная такая. Слушай, сейчас какой-то расстройство. Да что ж такое, всю работу за нее выполняет. Блин, он ее просто, это повод пощупать ее. Что такое? Не оставляй меня ствол. Нет, мне так удобнее. Ну, хоть этот ствол они. Да ты откуда знаешь? Может, там уже доставлен был. Просто там перезаряжал пока стоит. Он ее и схватил поэтому. Блин, у нее крылышки офигенные. Ну, маленькие. Маленькие. Че, вырастет еще? Точно крылышко говорим? О, да. Они неплохо сидят. Да-да-да. Меня не хватает явно. Да, ты это все снимаешь. Ой, а это кто? А, это Дэйв или Дэйн. Ну-ка, ну-ка. Где такая рука надроченная прям? Иезавель. Кто это такие, я не понял. А вон значок этого компании, которая сделала игру. Зачем они его сюда втулили? Пиар. Ну да, пиар. Так ничего ж не понятно. Если не смотреть вот эти вот заставочки, так а, хер поймешь. Понимать! Только поверяйся, уже режь. Ой. 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 Я не хотел. Подожди, не стреляй, они могут сюда кидать, смотри. Кого дать? Да. Эй! Ты его увезли от меня. Такси. Чего? Брат, дай погнаться, дай погнаться. Кто это говорит? Пошли к адскую гонку. Давай на машине поедем, чё ты, не знаю кто. Давай. Спасите Дэйна? Чего? Садись ко мне. Давай, бегу. Да быстрее, он не стреляет. Блях, они в ту машину. Ладно. Поехали. Ну да, да, да. Помнишь, как в первой серии было? Или поднял, смотри. Блин, ты, блин, а! Тихо, блин. Нет, зажали. Нате вам осами, падлы. Сразу видно, баба за рулем. Да, блин, еще и за байком. Это дабл просто. Тихо. Поднимай ты его. Блин, ты дёрнешь? Куда ехать? Да мы вообще уехали с другой этой, ну, с точки этой. Все, садись в машину. Ну, короче, едем. Оно где-то внизу. Давай. Где? Выпрыгиваем, короче. Ай. Сейчас меня собьют, подожди. Приехал, блин. Это как в Мстителях Халк. Такой, приехал. Ой-ой, тут проблема. Сраку пошли, блин, проблема. Грызи его, солнышко. Грызи. Мелочь его посыпай. На, блин. Оживить? Спасибо. Можно его оживить. А, тебя? А. Давай. С меня повышение. Его можно прохреначить его? Темный ритуал прерван. Сорать, кстати, один из пяти. То есть еще четыре раза так будет. Так, все, летим. Где? Гоночку надо еще пройти. Для такого вот завершающего. Опять ракета летит. Шпиль. Да сраку эту ракету и сраку этот шпиль. Все, бежим. Вообще я лучше прокачался, подожди. Не, давай мы лучше задание, потом после серии прокачаемся. Точняк, точняк. Так, бегим. Только куда, говори? Я опять потерял дорогу. За мной. Всегда за мной. Привет, Лава. Лава? Да. Лала. Лава. Лала. Давай, давай, давай. Долечу. Прыгай! Прыгай! Тут еще какого-то вызывают сатану. Я не думал, что сатану будет так тяжело вызвать. Блин, серьезно. Да. Пирата? Я не понял. Борода. Ты че? Тесифон. Так. Я прилетаю.
Так, я не понял, мы же для Шекспира выполняли. Какого черта тут борода? Ну ладно, давай начнем. Спаси вернуться Шекспир. К черной бороде? Не, ну давай, подожди, тут лететь, смотри, сколько. Где? 1500 метров. Так, полетели, не, ну не надо в миссии путать. Ладно. Бляха, бляха, летит, летит, летит. Ух ты, как я. Офигеть, как я это сделал? О, слышь, два раза нажми этот. Е. А, не, один раз Е нажми, вот в полете. Ты меня сбили, я вот именно в полете сейчас. Офигеть. Какие он выделывает трюки, слушай. Е? Какой Е? Ну Е, ну Е, тут В yep. и Е. Только в полете. Офигеть. Ай, стопнулся. Круто, я не знал. А ну, ай, блин. Убейте темного подстрекателя. Кого? Воу, чё это такое? Я ничего не вижу. Тихо, чё такое? Слышь, меня схватило это какой-то грави хренью какой-то. Чё ты падла, блин. Давай, 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 давай. Я уже почти прилетел, кстати. Да, я уже почти убил всех. А-а-а. Вовремя прилетел. Спасите Шекспира. То есть они ходят и убивают наших, что ли? Ох, как я вовремя прилетел. Да. Что это за машинка? Нахер пошел отсюда. Чё, посыплю. Парень. Иди отсюда. Я его сейчас забагаю в этот. Смотри, смотри, смотри. Все, тут ты и будешь тут стоять. По-моему, им не нравится. Все, 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 отходим. Поехал. Смотри, смотри, смотри. Забаговалась. Да бляха, муха, иди сюда, падла. Ага, даже не простреливается. Можно сесть, конечно. Все. Это она такие звуки издают? Так. Ниже. Ой. Забывалась. Куда дальше? Убийственная яйцерезка, что? Спасите двойняшек, вот их я спас. А вот я, блин, полетел сразу. Так, начать буйство. Начать. А куда ты вышел, придурок? Ладно. Я уж на подлете. Да, на подлете, конечно. Е, тыкай. Блин. Ты нажимал? Да. Классные такие штуки выделывают. Сейчас, подожди. Блин, просто... ракеты, ракеты. Это, наверное, чтобы уклоняться, да. Толкан. Еще один. Еще. Зря это сделал. Так, я почти прилетел. 800 метров. Как ты меня обогнал? Слушай, у меня все прокачано. Чтобы прокачать тоже. Да-да-да. Я это все в начале игры вкатал, вкачал. И вот теперь радуюсь. Я тебя обогнал. Да-да, сам бы не обогнал. Кто здесь? А ну здравствуйте! А ну здравствуйте, а? Так, чем бы их валить? Где там мое кресло? А у меня не одни как-то странно тпшится. Они мне не дали это... сесть в кресло. Слышь, с кресла вообще моментально уносится. Не орите, не орите, что вы с ними делаете? Убью всех. Что там происходит? Сестренки, не надо, не умирайте. Ты что, вылетел? Да. Почему? Я не знаю, меня дисконуло просто. Блин. Сейчас, спасу этих штук? Нет. Да, и поставь паузу. Вставай. Ща, я убью этих всех уродов, потому что немного неудобно стоять на паузу. Да-да-да, я пока-пока сижу. Давай. Так, все, я всех убил. Спасите Кики. 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 Виолу. Кики. 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 Ой, я себе такую машину нашел. Бля, я до нее не доеду. Все, я спас Кики. И теперь могу ставить спокойно на паузу. Текс. Кто тут у нас? Я тут. Да, блин. Так, ну да, вылеты бывают. Я бы удивился, если бы их не было. Че у нас? Спасите Влада. Да хрен ли мы их спасаем, блин, всех. Но надо всех спасти, и тогда уже можно будет заканчивать. А куда лететь? Вон туда, налево. Понял. За мной, короче, лети. Это будет тяжело, но ты быстрее. И... да. По-моему, меня какая-то мудак догоняет. БТР! Тихо. Вообще, с нашими этими, с нашими силами, возможностями, БТР должны быть нам вообще нипочем. Ну, странно как-то. Ну ладно. Все, я
Почти прилетел. Вот это я вылетел. Тихо. Все, прилетели. Вон чуть эти, лава не упал. Сейчас упаду. Все, ракета. И... Влад, подстрекатель, блин. А, темный подстрекатель. Влад какой-то там коло сажать. Иди сюда. Слышь, ты что такая дерзкая? Держи мелочи. Мелочи. Твои услуги! Давай, вставай. Влад. Его что ж нет? Не, хорошо. Куда они деваются, мне интересно. Операция спасения выполнена. Один человек остался. Кто? А, все? Всех спасли. Там больше никого нет. Это наши персы такие основные. Нам и теперь? Теперь мы... Че? Ну, у меня какое-то там было достижение. Это тебе такой сюрприз был. Стоп, это ты был за рулем или нет? Нет, я его столкнул. На, блин. Вылазим. Вылазим, братюни. А ну вылезли оттуда, молодцы. Вылезли. Мелочь, посыпать всех. Слушай, сейчас такой с пулемета так шмалит, я не знаю, сейчас. Не то что эпилептики, сейчас нормальные люди начнут падать. Так, куда мы? Чё? Вот сюда. От, отвезите транспорт. А, он тут рядом. Ой. Ну давай. Я уже при... я взорвал его. Что? Я взорвал его. Ой, я случайно. Так, давай тут закончим. Серия у нас в самый раз. 31 минута, да. Блин. Будем проходить дальше уже в следующих сериях. Я не знаю, что там дальше будет. Давай посмотрим вот так на будущее. Верность. Ну, опять то же самое с Шекспиром. Верность с Владом и... Уроки потаенного. В общем, я не знаю. Не так уж и много осталось, в принципе. Ну, да. Самое, что, я не знаю, скучное, может быть, это то, что оно, кстати, однообразное все. И квесты, смотри, сколько там уже денег намного больше получаешь. Это уже хорошо. Сколько у меня денег там? Да, 74 тысячи, нормально. 80 тысяч. Прокачаю еще. Байк. В общем, давай тут закончим. И, ребят, надеюсь, вам понравилось. Вы будете смотреть дальше. Кто меня живет? А! Осы. Ладно, все. С вами был Ноксвелл и Неллин. Всем пока. Пока.